Со следующего понедельника украинские правоохранители перестанут обмениваться информацией с коллегами из СНГ и отвечать на их запросы о розыске. Премьер Яценюк заявил, что Украина выходит из соответствующего соглашения с государствами Содружества. Если кто-то захочет получить данные о преступнике или самого преступника, придется заключить с Киевом двусторонний договор. Новое решение украинского правительства не в последнюю очередь усложнит жизнь украинским же милиционерам и прокурорам. Только за неполный 2015 год им выдали из России более двух десятков подозреваемых. С учетом нововведений Яценюка об оперативном обмене можно забыть. Потворство преступности, так в нашем МВД отреагировали на слова главы правительства Украины, подчеркнув, что во всем мире правоохранительные органы сейчас стремятся наоборот объединиться. А в белорусской погранслужбе вообще заявили, что таким образом Украина превращает себя в криминальный офшор, где преступники будут прятаться от правосудия.